Поисковые работы по делу о геноциде пройдут в 6 новых местах Могилевской области. Главная задача будущих и ныне живущих поколений – установить имена и судьбы соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной, а также сохранить память о жертве белорусского народа и не допустить повторения страшной трагедии. Работы по благоустройству родного города идут полным ходом. Новый асфальт укладывают на втором Путейском переулке. Кроме того, на Пролетарской обновляют пешеходную дорожку, укладывают новое тротуарное покрытие, устанавливают бордюрный камень. Для удобства людей с ограниченными возможностями вместе с обычными кирпичами используется тактильная плитка. В Бобруйске прошла масштабная профориентация для учащихся 9-11 классов. Пообщаться со школьниками приехал декан педиатрического факультета медуниверситета. Ребята с интересом слушали спикеров и задавали вопросы. Встреча была интересной и познавательной, и, возможно, помогла кому-то окончательно определиться с выбором будущего жизненного пути. 25 мая с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций, связи, транспорта и коммуникаций. Также разговор коснется вопросов социально-культурной сферы и идеологической работы, образования, социальной защиты. Приятные новости для ценителей вкусной и качественной еды. В Бобруйске пройдет третий гастрономический фестиваль «Смакфест». С 29 мая по 12 июня жители города смогут насладиться сетами, разработанными заведениями общественного питания к столетию образования органов торговли. Стоимость фиксированная – 39 рублей 90 копеек.